Всем привет, YouTube привет. Ну вот, начали мастичить потихоньку. Это шовная мастика 3/9 греческая. Очень хорошо она работает. Будем проходить все швы, стыки, там, где считаю это необходимым. Допустим, вот эти вещи вот под задним бампером, вот такие крепления, как бы направляющие, которые уменьшают вот здесь зазор. Под них протекает влага. Вот видны подтеки из-под них. То есть влага попадает. Так же, как и здесь. Вот они, подтеки, они видны. Вот. Они снимаются, ставятся на мастику. Будет освежаться вот эта мастика. Все стыки, швы будут промазываться. От этого будет только лучше. Будет более герметичная машина. Будет меньше в ней влаги. И будет она более цельненькая, сбитенькая. Вот начало уже положено под крыльями. Вот здесь вот стыки. Вот, проходятся. Освежаются. Вот все стыки сварные. Все это проходится. Этого ничего не будет видно, естественно. Вот, но я считаю нужным все эти стыки попроходить. Вот элементарный пример. Вот маленькая косочка видна, да? Вот. Видно, где-то ткнулся человек. Чуть бампером красочка облезла. И здесь поржавела. Вот. Намазать мастикой, и все будет красиво. Вот. Ну а по салону надо здесь от пыли, от грязи. Сейчас будет кое-что еще достать. Вот этот коврик снять. Здесь пропылесосить от пыли, от грязи. Сейчас пылесос возьму и приведу в порядок. И мастичить на улице. Почему это лучше делать на улице? Чтобы меньше дышать этой радостью. Погода позволяет, солнышко. Красота. Снимаем вот эти крепления отсюда. То же самое. Вот эти резиночки убираем. Вот. Ну, в данном случае вот с этой стороны уже подготовлено. Вот они, отверстия. Промазываем, чтобы через них уже влага потом не проникала у нас вовнутрь. Намазываем на мастичку, сажаем. И все. Потом с обратной стороны подмажется это все. Ну вот, стыки, швы прошли. И теперь все это вдевается, на свои места ставится. И опять промазывается. Ну вот. И в итоге замазок, чтобы потом влага не проникала внутрь. Вот здесь в салоне, вернее в багажнике, не было ни вот этих потеков, ничего. Сейчас промажем снутри. Ну, вот так это выглядит на финише. Эту замазываем, эту с боков тоже замазываем. Хуже не будет. Вот, это замазываем. Проходим шов. И все будет красиво и хорошо. Снутри, снутри. То же самое. Все замазывается. Вот. Ну и потом проходим вот эти швы. Вот. Стыки вот эти. Вот. Промазываем дополнительной мастичкой. Хуже не будет. А будет только лучше. Ну вот в итоге что получается. Поближе. Замазано, посажено на мастику. Сомневаюсь, что теперь будет это все протекать внутрь. Промазаны все швы, стыки. Вот. Ну и в частности, вот они, эти места. Вот. Багажничек пропылесосим пылесосиком. Вот они с этой стороны, эти заглушечки видны. Я думаю, теперь протекать ничего не будет.
Теперь следующим номером нашей программы мы промазываем вот все швы, стыки шовной мастикой. Кто-то скажет, что это не нужно. Кто-то скажет, что нужно. Я считаю, что нужно, и делаю это. А вам уже решать. Вот. Хуже по-любому не будет. Все эти швы, как говорится, они все это дышит. Как бы хуже не будет. А потом наклеим сюда